Это хрень. Блин, что так быстро закончил? Хотел постебаться на Диме. Ну, слушай, ладно. Это тоже типа того, что ли? Нет, эта карта лучше. Мне оформление не очень нравится. Неплохая карта. Ну, хоть джампер завезли сразу. Да, точно, Майнкрафт. Не, карта неплохая, я говорю. Тут только есть кемперское место. Из разряда секретов. Тут есть монтировка. Прикинь, вообще вот, Жень, вот с этим Майнкрафтом вообще сейчас все дети в него играют, просто фанатеют от него. В смысле, там буквально от 4 до 14 просто все абсолютно до сих играют в Half-Life. Там же фича. Нет. В том-то и дело. Я причем это слышу. Это я слышу, во-первых, Томиных братьев, во-вторых, это слышу новую довольно часто, когда просто там дети там ходят, разговаривают. Это как в Майнкрафте, там, кирка, там, типа. Прикинь, еще ни разу не сдох. Шесть примерно. Сейчас еще. Вообще, серьезно, знаешь, можно сейчас оценивать. Ну что? Я скоро оф. Ты там бегаешь? Да, да. Тут цвет какой-то странный. Нет. Да, это из-за желтого освещения. В желтой комнате джампер, если что. Собирался. Лол. Убили. Из-за освещения цвет перестает работать. Киллер СПБ. Да. Это вообще киллер. Что? Тома, ты чем будешь заменять им? А, я думал, ты им меняешь под силу. Нам ее нечем заменять. Я. Чем? Не прессованы? А ты же боялась, что там клещи. Ой, извиняюсь. Я не заметил. Ты подошел? Это минус мне. Это прям как у Алекса Дарксталкера, да? Играть не в чем. Блин, без джампера что-то вообще тяжко передвигаться по той карте. Привык к фрешкам. Джампер — это крутая штука. Точно. Джемперы только неудачники бегают. Какой-то рандомный чел. Какой-то рандомный чел хотел взять джампер мой. Я ему дробовиком двойным возразил. Мы убили, блин. Окей. Бывает. Это взяли и устроили мне геноцид. Я думаю, стоит с них репарации закрывать. Ты забыл, в какой комнате лежит этот гранатомет? Красный. Блин, там чел перезовый засел. Мощно засел. Джампер. Я хочу арбалет достать. Там бегают умерли как раз.
Ну, блядь, в некоторых картах вообще тема, особенно, ну, например, на киллбоксах всяких. Чек. Это как такой патрон для полиции. Красная комната. Блин, что этот чел вообще засел сильно, да? С арбалетный, который чел. Где он засел, знаешь? В белой комнате где-то. Вот между бирюзовой и белой, там вот в окне. Хотя тут, блин, по цвету неоднозначно определяется. Лол, я его убил. Это ты был? Черт. Я тоже. Джампер не подбирается с чужого рюкзака? Нет, вроде. А, ну да, как бы все джампер. Так, у меня арбалет. Ну, джампер. Вот растяжки свои. Прикинь, от своей же растяжки умер. Забыл, что он там стоит спиной, побежал. Я хочу, что я стою растяжки там, где вообще не делал. Но, с другой стороны... А, вот он ты, кстати. Хочется же в популярном месте поставить. О, меня застрелили. Я тоже. Он на втором месте. Ты на первом. Я на первом. Да? Я на третьем. Блин, почему меня двое атакуют сразу? А, идите нахер. Скотина. Чё Гаусс не возьмёшь? Патронов мало. Арбалетчик застрелил с дробаша. Без джампера теперь вообще невозможно. Ну да. Чувствую себя убитой. Ну, чувствуешь себя элитой? Да. Я за что платил этот донат? Ну чё за херня, почему? Такой мощный блюдок. Блин, пока подобрал дробаш с этой, с джампером. Сразу убили. Да. Дробовик. В смысле? А что еще? Вдруг это не оружие. То есть не так обидно будет, если это не оружие? Геноцид это или не геноцид? Главный вопрос. Револьвер. Блин, этот хрен арбалетный, и теперь меня базукой убивает. А я не могу джампер найти. Ого! Эти. О! Я в жифтоне сейчас выпущу. Массово. Особенно полезно этой карте. Почему? Они умирают через какое-то время, что ли? Нет, просто ты никого не догонишь. Точнее, они никого не догонят. Так. И
прячусь, как может под тобой бегает. Ну может добьют кого случайно хоть. Что такое там? Испортил? Это неплохой геноцид устроил. О, базука. О, блин. Блин, чел, я только собрал джанкер с базукой. Просто ладно, рефлекс, блин, с этой херней. Тебя вижу, стоит ты. Где ближайшая прыгательная хрень? А, вон вижу. Теперь дробовичок нужен. Аптечки тут вообще бывают? Аптечки? Не помню. Да. Может быть и да. Скорее нет. Это шкур. Это геноцид. А, лол, кстати, да. Так, снизу кто-то спавнился. Мне 40 хп снес. Тут два одинаковых топа мастеру плеер. В белой комнате какой-то снайперящий чел. Он сдох. Пойду убью. А, ты убил уже? Кстати, дробовик на средних расстояниях не такой уж и плохой, если одиночная атака фигачить. Ну, по моему опыту. Хуя он меня... Блин, этот жок, он читер, он только что через пол провалился и обхитрил меня этим по нотам. Да, я читаков позираю. Нет, он сказал Battlefield 3. А, это ты. Вообще удобно, когда не включаешь прицел базуки, там никто не ожидает. Там хуяк и все. Блин, меня по нотам хотят у меня джампер отжать. У меня есть джампер теперь. Сравняю. Тут еще раз прыжку можно делать. Что такое? Вот. Распрыжка это типа из-за особенностей движка. Можно. Можно ускоряться? Это я тут, не убивай. Совсем он меня заметил. Неужели я убил кого-то? Ой, еще раз. Ты дистанция? Состелил мой фраг. Да-да-да, и причем дробовиком, а не чем-то там. Я тоже дробовиком бил. Не, ну в смысле, с той дистанции дробовиком. Ну, дробовик теперь любимое оружие. Потому что только им могу убивать. Нет, нет, там тут нет приперчика. Скотина. Помешал моей дуэли. Можешь начать играть серьезно.
знаю, как я буду. Против педрил? Это 9, 8, 7, 6, 5. Короче, мне кажется, ничего. Если он засовывает, сразу начинает меня стрелять мгновенно. Ты это панику? А, ну окей. Не, серьезно, прикинь, просто на префайре, то есть. Но тут будет та же самая проблема, что обычно, оно через некоторое время сносится, и мне будет слишком долго. Если ниточки эти слишком тонкие, чтобы долговечно. Кстати, тут два чела, по-моему, вместе. Джима с одним из Гордонов. Окей, да, я согласен, это лучше, чем гамак, но потом перевешивать будет сложнее всего. В смысле, не то, что сложнее, просто сложно. Жакей. Никак уж не упадется. Боже, меня убили нахуй. А, это ты? Блин, самая сложная битва. Блин, извиняюсь, спец. О, распышка наконец-то. Вообще хрень. Это точно топ плеер? В смысле, кто? Там какой-то топ МС. А, топ МС? Ну, возможно, да. Какой не топ? Возможно. Если ты топ-плеер, может, нам нужно с тобой в соревнованиях участвовать международно? Как думаешь? Только что так весело вернулся от базуки. Ай-яй-яй-яй-яй. Кстати, у меня 22 хп всего лишь. Вот, теперь заживем. Все, распрыжка. Так, как сделать распрыжку? Это так легко не объяснить. По-моему, тут других роботов нет, что можно даже вести. Чел выпустил жуков. Распрыжка. Блин, не распрыжка, в смысле, джамп. Я тут. Аптечек нет, вот это прискорбно. Да, это очень. Это иногда было. Это ж плохо для нас. Ну. Нет, если тут какие-нибудь крутые чуваки играли, бы это было хотя бы изредка. Черт.
кстати, у меня 4 хп, что очень. Ладно, убил. 4 хп это приглашение. Кстати, видел людей, которые. 8 хп убей. 8 хп. Что мне нравится? Что мне нравится автомат. Ну, мне тоже он не очень нравится. Он довольно мощный. Но им попадать как-то сложно. То есть, ну, лучше пистолета, конечно. Любимое оружие. Невыгодно. Например? Ну там, где с нескольких сторон могут прийти. Ну таких большинство. Он тут минимум две стороны. Если да, вообще проходные дворы какие-то, и там вообще не выгодно быть. А? Придешь туда, и тебя пиздадут. Чё убираем? Не знаю, вышаут какой-то был. Чё по голосовой чат никто не орёт? Да, странно. Черт, кстати, по звукам кто-то рядом ходит. Я без звука вообще играю. Про. Этим людям не нужен звук, да? Еще бы. О, меня убили. Товарищ какой-то бежит. Прикрой, там сейчас выбежит солдат, скорее всего, с того. Что, товарищ? А, блин, он здесь. Я его убил. Еще раз убил. Что, товарищ, говоришь? Ну, там они все сдохли уже. Тут чел вот этот. Сейчас скажу какой. СС читер, он через стены ходит. Ну он лох, видишь. Ну да, но он ходит через стены. Но все равно он лох. Блин, что-то много грузится всего. Как тебе Half-Life? Прикольно. Да я раньше говорю, играл нормально так. Ностальгия. Конечно, держать глаза тупо в центре и двигать как бы, так, чтобы глаза
Ну, то есть, ну, я думаю, это ни к чему хорошему не приведет. Это что такое? Что за терроризм? Не, ну карты красиво поведут. Начнем с этого. Да, то как бар делать? Вот, в аптечке хоть есть. Что? Так, базука найдена. Что рассказать? Куча крыс связанных, это называется крысиный король. Кому? В смысле, вот эти куча крыс. А чё, они не отнёшь? А, прикольно. Это интересная история там очень. Блин, нужно рублет найти. Как ты владеешь рублетом, владеешь. Слушай, а почему я наверх не могу забраться? Не знаю. Все какая-то подпрыгивалка. Ого! Куда я прилетел? Пилить можно. Но не нужно. Почему они главной крысе поклоняются? Ты меня убил, Женя! Ты да. Оттуда, слабо туда запрыгнуть. Мне нужен арбалет, там... где арбалет можно? Там Гаусс. И? Где арбалет? Мне нужен арбалет в первую очередь сегодня. Да. Самый че. Пушка. В честь него. Блин, опять этот жопжаки. Слишком сильно унижает всех. Б***ь!
Блин, никак не могу по этой монете вращающейся забраться нормально. Надо просто не опускаться на... Стоп, а зачем туда лезть вообще, если там просто обычный гранатомет лежит? Почему так? Хорошая вещь. О, он много где лежит. Где арбалет? Мы поищем. Стоп, убирай просто что-то. Еще один синий есть. Еще один синий робот. Заметь? Синий робот еще один. Вот, ты сейчас мимо меня пробежал, да? А, ты меня убил, да? Я не понял, что произошло. Блин, тут есть последовательность монет какая-то непонятная. Зачем нужно? Очень казуально весьма, потому что... Блин, вот что наверх залезаешь, находишь гаусс, гаусс тоже внизу валяется. Что гранатомет? Тоже гранатомет внизу валяется. Ты все находишь, валяется. Я ничего не нахожу. А котол убивает сразу. То есть я сейчас фактически не попрошусь, я карту изучаю. Стоп, меня синий робот. Да. Это был не я. Давай тогда 7 делений от конца. Или 5 делений от начала. Давай. А давай разноцветного робота. Красно-синего там какого-нибудь. Ну ладно, давай зеленый, то есть 5 делений от начала. Я зеленый. Косплеер неудачник. Это Пикастер. О, спавнился рядом с арбалетом. Круто. Сзади. У меня печалька. Косплеер.
Пусть горит в аду. У меня смертей больше, чем убийств. Неправильно как-то. Карты не очень. Эй. Прямое попадание гранаты из подствольника. Это смерть, что ли, гарантированно? Там вроде двое выстрелило в ту сторону. Кроме судьи по зубу, двое. Не могу от синего отвыкнуть. Жоп меня дышит в спину. Да, это что меня убил. Еще минирует все вокруг. Косплеер. Блин. Жоп как-то подколурауливает, когда ты кого-то убиваешь. Блин. Что-то очень печально как-то все идет. Кстати, ливнул. Сдался. Не могу заверх, за, наверх запрыгнуть. Что за хрень? Что за херня? Спаунюсь и баунс, у меня 3 хп осталось. О! Залетел. Супермен всех убивает. Есть такое. И все ты заряжаешь. Стоп, а если ты упасть, то ты не умираешь, а возрождаешься? Даже оружие не теряешь? Да. Казуальчик. Блин, двоих сразу убил, чё? Thank you.
хилился, пытался. Забрался? Куда? А вот. Моя новая секретная точка. Даже не знаю, что такое. Лучший мир. Не, Сережа, скажи, где засел? Вверху. Вверху чего? Вверху карты. Никто не бежит. Экстрабалеты всех отстреливает какой-то чел. Есть такая тема. Че, всем абсолютно пофигу. Я не понимаю, куда ты залез. Я уже вылез оттуда. Просто этот ублюдок фраг я набивал. Он сейчас может и меня обойти в ближайшее время. Похилься. Просто. Чем? Смерть. Ты скорее сдох. Опять кто-то засел с арбалетом. Лол, у меня труп почти залетел.
О! Слушай, я понял, по мыши мерит. Вопрос, как сюда залезть, если без респауна? А? Фиг знает. Гауссом. Дело в том, что даже не показывают, типа, снимают, поэтому если кто-то не в курсе этой точки, то выхрен сечешь, как говорится. Это резня сплошная. В туристских случаях геноцид. Опять там взрывают ублюдок. Точнее, не взрывают, а... использую падение в пропасть для перезарядки. Герман ливнул тоже, трусливая собака. Со мной с моим комплектом, бля. Это вообще нечестно. Опять только что было PvP век, и опять он отрезался рядом со мной. Это хуйня, если честно. Думаешь, читер? Он там бегает, короче, где-то рядом. Да, я вижу. Он тут. Вот я вылечился. Блин!
дробовик не сработал. На Жене 48. Не, 48. Другая статья. Перекопы. Вверху? Ну там, где арбалет, ладно. А, нет. Нет, там был. Он сдох. Собственно, это контрат обстрелил. Вот быстро. Справа включу. Плохо то, что все с подствольниками стреляют. Лол. Да, но прикольно, если чел спрыгивал в бездну, чтобы сбежать от меня, я все равно его поймал гранатометом. Все держат со сторон, блин, блюдки. Не считаю, что это заход. Думаю, что такое стоит судить? Да. Опс, извини. Что, крыс? А, надеюсь, хоть поиграются. Лол, мы сами строим с челом. Ну, видимо, уже пора все. Ладно, я тогда как раз в офлайн пойду. Ладно. Пока тогда. Давай.